Ну и небольшое дополнение про лопатку. Мы их рассматриваем как отдельную зону обработка лопатки и обработка таза. Значит, смотрите, просто я решил сюда вот лопатку включить. Получается, мы загнули руку назад, завели, да? Тем самым что сделали? Увеличили, растянули трапецию, да? Нам ее стало удобнее обрабатывать, мы туда заходили локтем. Ну, опять же, сначала, я уже про это не упоминаю, сначала растирание продольное и вдоль лопатки, да, потом заходили туда локтем, локтевая техника, поэтому я вот к этой части нарисовал, вот, это у нас все локтевая техника, вот туда. Когда выходили обратно, поднимали ее всей рукой, помните, задевая специальной косточкой локтя, потом разворачивали руку, большим пальцем задевали и подворачивали плечо к себе, для того, чтобы второй рукой пройти с вибрацией и промять непосредственно вот эту вот трапецию, верхнюю часть трапеции, да? Потом мы за лопатку, за плечо поднимали и заходили, чтобы размять переднюю часть плечевой мышцы, дельтовидную, и переднюю группу этих грудных мышц. Да, с той стороны получается делать. Но здесь на этой схеме просто не успею. Мешанина получится, если буду рисовать. Далее мы локтем опять же продавили паравертебральные мышцы, да, по спирали, отодвигая лопатку постоянно вот в ту сторону и продавливали точки. Точки у нас были, нарисую вот. На уголке лопатки раз, на середине трапеции два и на, получается, вот этой ямочке. Вот, точнее, нарисую. Вот это вот такая петля, да, такая сабля как бы. Это и есть тот самый ось лопатки. Соответственно, видите, тут лопатка расположена вот так, тут мы ее развернули, вот она повернулась. У нее, соответственно, вот эта зона, как это видно, увеличилась. И внутри этой ости находится вот триггерная точка, вот еще одна. Еще одна по центру, получается, вот надавили, да? И продавливали точки вдоль всей лопатки. 4, там, 5 точек получалось. Да, 4 мы делали. В принципе, этого достаточно, потому что дальше уже точек практически нету. Под лопатку мы заходили еще ладонью, уже глубоко, тоже ее отодвигая. Там находятся залежи под лопаткой всяких солей, тяжелых металлов и всяких нечистот, шлаков организма. Ну, так называемая зона свалка. Свалка, да. В общем, слабой проходимости кровообращение, потому что все мы обычно сидим, еще и сутулимся, еще мало кто из нас спортом, ну, в смысле не из нас, из наших клиентов бывает, что мало кто спортом занимается, поэтому эту зону надо обязательно прорабатывать, обязательно отодвигать. Много пользы принесете человеку. Вот, а за локоть, когда мы держали, да, мы поворачивали и маневрировали. Во-первых, расслабив руку, показывая ему, да. Во-вторых, натянув на себя, мы открывали эту зону больше. Приложив больше кулак вверх и опустив локоть вниз, вот туда, да, мы открывали лопатку, она больше расширялась, вот так как бы разворачивалась, да. Вот, то есть второй рукой мы маневрировали, держа ее вот так же, вот как тут нарисовано, вот она, да, на крестце и на вот этих вот косточках. Так. Ну, с ягодицами это вообще отдельный разговор, это может быть будет отдельная схема. Пока запомните вот это. Пауза.